Всем привет, с вами Полти. Добро пожаловать на канал, и в этом видео мы поговорим на тему, что делать, если вы забыли пароль на экране блокировки вашего устройства. Как вы видели, в начале был Face ID, также есть Touch ID, и люди активно пользуются этими датчиками. По аналитике, огромное количество людей забывают свой пароль со временем, особенно если это большой пароль, который не состоит из 4 цифр. Проблема очень актуальна, потому что больше 70% людей забывают ваш пароль. То есть представьте, кто-то, может быть, из ваших друзей хоть раз назабывал этот пароль. Напишите в комментариях, если реально были такие случаи. Это смешно, но на самом-то деле не так смешно, когда вы забыли ваш пароль. Давайте поговорим на тему, как его скинуть, как его убрать и продолжить пользоваться устройством. Буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, а также, конечно, подпишитесь на канал. Рассмотрим два варианта, которые мне известны. И первое – это приложение под названием iPhone Unlocker. Программа есть и на Windows, и на Mac, так что можете скачать на эти обе платформы. При открытии программы вы видите следующее окно. Здесь имеется несколько кнопок для сброса пароля на экране блокировки, понятно, удалить пароль с экрана блокировки. Нажимайте на эту кнопку и видите, что нам предлагается, а именно снять блокировку экрана на устройстве. После этого вы нажимаете на кнопку «Старт», видите версию iOS, которая является последней для вашего устройства, и вашу модель устройства. Нажимаете на кнопку «Далее», происходит загрузка системы, и после этого она накатывается на чистую на ваше устройство. Таким образом, вы снимаете пароль блокировки, можете настроить систему заново, и пароля там не будет. Только, конечно, не делайте восстановление с резервной копии, потому что, возможно, в резервной копии пароль остался, и он вернется. Переживать не стоит, никто другой не сможет включить ваше устройство, если у вас на iPhone включена настройка, то есть лог активации есть. Так вы только сами можете попасть в свое устройство, никто сторонний в него добраться не сможет. За это не стоит даже переживать. Второй способ, который есть, он требует уже Finder или iTunes на вашем компьютере. И этот Finder или iTunes, ну, в целом компьютер должен быть авторизированным. То есть вы должны были делать на нем копии, чтобы, так сказать, телефон отметился в этом компе. Там вы просто заходите или в iTunes, или в Finder, подключаете устройство и на странице устройства нажимаете на кнопку «Восстановление». Это также скачивает iOS, это накатывает систему по новой, и вы настраиваете точно так же, как и с приложением iPhone Unlocker. Но тут, конечно, нюанс, что компьютер не любой подойдет, а только тот, который вы использовали для синхронизации с вашим устройством. Таким образом, получается, что самый простой способ – это приложение iPhone Unlocker. Там требуется совершенно любой компьютер, и там это точно так же просто делается. Поэтому можете скачать приложение, потому что есть бесплатный пробный период, и попробовать программу в действии. А вообще, ребят, самый надежный способ, чтобы этого всего не делать, это если вы думаете, что вы можете забыть этот пароль, запишите его на листике и положите куда-то дома. Это смешно звучит в 2021 году, но это может помочь и сэкономить огромное количество времени. Да и в конце концов, если вы такой шаг сделаете, то система накатится по новой, и старой iOS уберутся все баги и лаги, потому что она снесется вместе с ними, а новая чистая система с нуля установится и будет работать еще лучше, что, конечно, огромный плюс. В конце концов, приложение можно попробовать бесплатно, если у вас есть такая проблема, то можно попробовать скинуть пароль и продолжить пользоваться без проблем на вашем устройстве. Ссылку на iPhone Unlocker я оставлю в описании к этому видео, там и страница сайта, которая подробно расскажет, в каких ситуациях можно применять это приложение, и есть очень большой список устройств, которые будут работать с программой и системы компьютерные, на которые это приложение можно поставить. Также имеется подробное руководство, перейдя в которое, вы пошагово сможете посмотреть, что и как делать. Шаг за шагом в тексте проще, потому что там все перед вашими глазами, не нужно постоянно возвращаться к видео и это все просматривать. Короче, ссылки для вас на iPhone Unlocker находятся в описании к этому видео, переходите и скачивайте. Ну и, конечно, поддержите видео пальцем вверх, подписывайтесь на канал. Пока!